Обратной дороги нет. Власти Швеции отказались пустить в страну ее гражданку, жену боевика группировки «Исламское государство». Женщина, чье имя не называется, сбежала в Сирию 6 лет назад. Там вышла замуж и родила 2 детей, с которыми теперь желает вернуться на родину. «Я хочу вернуться домой, однажды проснуться в Швеции, будто и не было последних 6 лет. Хочу похоронить эти воспоминания, просто забыть об этом навсегда». Некоторые шведские партии выступили с предложением лишать гражданства примкнувших к джихадистам соотечественников. Да, это разумный способ защитить Швецию от радикального исламизма. Я не вижу иного пути. Не исключено, что нам придется держать людей под стражей в течение длительного времени, пока мы выясняем, куда их перенаправить. Но Швеция точно не вариант. Ранее в Великобританию не пустили Шамиму Бегум, которая в 15-летнем возрасте уехала в Сирию и присоединилась к исламистам. МВД страны приняло решение лишить ее подданства. Многие восприняли эту меру как нарушающую права человека.